Учитывать, чтобы управлять. Применение технологии блокчейн в электроэнергетике. Действующая система централизованного электроснабжения испытывает существенные недостатки. Потери электроэнергии доходят до 30-40% в год. Стоимость услуг постоянно растет. Увеличиваются задолженность населения и совокупные издержки на обеспечение работы единой энергетической системы России. Отдаленные регионы страны испытывают недостаток в электрификации, а качество поставляемой энергии не соответствует установленным значениям. Основными причинами этих проблем являются устаревшие технологии, неисправные приборы учета, ошибки при снятии показаний, неверное заполнение квитанций и незаконные подключения. Главный вектор развития российской энергетики эксперты видят в переходе на распределенную генерацию и построение интернета энергии. Внедрение умных счетчиков и других технологий интернет-вещей формирует огромный рынок данных. Повышение эффективности энергетической инфраструктуры напрямую зависит от их достоверности. Функции валидации и сохранности данных наилучшим образом могут быть реализованы на базе распределенного реестра. Блокчейн-платформа EraChain позволяет вести автоматизированный учет по всей цепочке поставки электроэнергии, от генерирующих компаний до конечных потребителей, и обеспечивает глубокую защиту от несанкционированного доступа к данным на всех уровнях. Система позволяет вносить записи не просто по количеству энергоресурсов, но и за определенный интервал времени. Платформа может быть встроена в инфраструктуру города, региона и целой страны. EraChain позволяет создавать удостоверенные профили участников экосистемы интернета энергии. Это дает контроль за внесением любых изменений в программное обеспечение приборов учета и изменение параметров их настройки снизу. Строительство распределенных генерирующих мощностей создает новую модель рынка, где потребители также могут быть производителями электричества, а все участники свободно обмениваются энергоресурсами и услугами. В системе микрогридов технология блокчейн позволяет устанавливать прямые договорные отношения между потребителями и производителями электроэнергии. Существенное преимущество совершения операций через блокчейн-транзакции состоит в том, что вся электроэнергия, поставляемая в электросети, может быть четко отнесена на счета конкретных потребителей в кратчайший промежуток времени, вплоть до нескольких минут. При этом расчет за всю произведенную и потребленную электроэнергию может быть очень точно произведен по переменным ценам. Упрощенный процесс взаиморасчетов приведет к снижению объема балансирующей энергии, на которую участникам рынка выставляются счета. Использование технологии блокчейн обеспечит потребителям более высокий уровень прозрачности операций. Потребители получат возможность отследить, где была произведена электроэнергия, которую они приобрели. В рамках перехода к более сложной интеллектуальной модели распределенной энергетики платформа EraChain была интегрирована в программу учета электроэнергии и удаленного сбора данных «Я Энергетик». Применение блокчейна совместно с интернетом вещей, большими данными и машинным обучением в концепции интернета энергии позволит получить следующие общесистемные эффекты. Первое. Построение цивилизованных отношений между всеми участниками процесса генерации, передачи, сбыта и потребления энергоресурсов. Второе. Контроль достоверности количества энергоресурсов, предъявляемого поставщиком для оплаты. Третье. Повышение гибкости и эффективности энергосистемы страны. Четвертое. Экономия бюджетных средств и средств потребителя на оплату ресурсов.